Сейчас о дорожной трагедии. Вчерашним вечером на федеральной трассе под Кунгуром произошло ДТП со смертельным исходом. На прямом участке дороги столкнулись ВАЗовская десятка и многотонный грузовик. Водители, трое пассажиров отечественного авто, двое из которых дети, от удара погибли на месте. Авария произошла в районе поворота на Усть-Кишерть в Кунгурском районе. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют, что столкновение произошло во время неблагоприятных погодных условий. В тот момент шел дождь с градом. По предварительной информации, водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой «Вольво». В результате аварии в легковушке погибли водитель, мужчина, и три его пассажира. Женщина 1978 года рождения, 16-летний юноша и 3-летний мальчик. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.